20 августа состоялась пресс-конференция министра связи Донецкой Народной Республики Виктора Яценко. Он подвел итоги проведенной работы Министерства связи. Министр отметил, что на территории Донбасса уже было продано более 8 тысяч карточек сотового оператора «Феникс». В ближайшее время планируется запустить в продажу еще 20 тысяч карточек в открытую продажу. Кроме того, в ДНР появилась собственная зона IP-адресов, что позволит обеспечить бесперебойный доступ в интернет. Виктор Яценко заявил, что если на территории ДНР и ЛНР украинская сторона создаст тотальную блокаду и заблокирует доступ из нашего региона на корневые серверы, министерство сможет перенаправить их на собственные. Исходя из того, что мы сможем тут установить автономную IP-зону, мы, конечно же, поднимем несколько серверов для автономного обеспечения так называемого резолва имен в интернете. Я думаю, что это перспектива этого года. В случае, если нам окажут тотальную блокаду и заблокируют с нашего региона доступ на корневые DNS-сервера, мы сможем их перенаправить на собственные DNS-сервера. И так как, имея уже собственную IP-базу, нас никто уже никогда не заблокирует ни при каких обстоятельствах. Анна Триксель, Дарья Черничная, Станислав Мухин. Специально для Новороссия ТВ.